Ищи, ищи. Долго будешь искать. Да, что-то ребята слишком хорошо спрятались. Я уже устал их искать. А говорил, что нас найти проще простого. Получай, получай. Опачки. А как тебе такой приемчик? Опа! Как я тебе? Сам себе забил. Между прочим, Камичек, папа профессионал по аэрохоккею, так что держись. Я тоже неплохо играю, просто имей в виду, я тебе поддаюсь. На! А! Ну-ну-ну-ну-ну! А где? Ес! Ну что, Камичек, ты проиграл, так что ты идешь за водичкой. Ну, как всегда. Не понял, кто здесь? Кто это говорит? Камичек, я тебя вижу. Эти звуки доносятся из шкафа. Опачки! Ну, наконец-то ты меня нашел. Так, вопрос. Что ты делаешь в шкафу? Чего-чего не видишь? Спрячусь. Под кого, Аминка? От кого, от кого? От вас! Чтобы вы меня нашли. А, я все понял. Ты хочешь с ним поиграть в прятки, верно? Ой, какой ты молодец. Как ты быстро догадался. Так, ну что, пас. Опачки, пошли. Удар. Оп. Удар. Пасик, пасик, пасик. Оп. Эй, ребята, вы чего? Все, папа, хватит сидеть за своим планшетом. Лучше поиграем в прятки. Ага, прятки — это весело. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Чинг-чинг. Ну что, ребята, я прячусь. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Все, папа, ты нас ищешь, а мы с Аминкой прячемся. Я считаю до пяти. Не могу до десяти. Так, Аминка, ты в ту комнату, а я вот тут. Так, куда же мне спрятаться? Под кровать не хочу. О, спрячусь в чемодан. Ребята, я уже иду. Аминка, Камильчик, I see you. Ребята, как вы думаете, где они спрятались? Давайте проверим сначала в шкафу. Аминка, наверное, здесь. Она любит прятаться в шкафу. Опа! Опачки, здесь никого. Наверное, она здесь. Опа! Да, здесь Аминки тоже нет. А может быть, в холодильнике? Да, кроме яиц тут никого больше нет. Круто спряталась. Я думаю, он меня точно не найдет. Отличное время, чтобы перекусить. О, да тут есть еще игрушка, потом поиграю. Так... Кажется, я догадываюсь, где они, скорее всего, под кроватью. Камильчик, Аминка, вы здесь? Да, здесь никого нет. Ну что, теперь я точно знаю, где они. Та-ра-ра-рам. Ау, здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Ну что, дружок, ты попался? Туки-туки, Камильчик? Да. Что делаешь? Вкусно маму? Да.
И в игрушки играешь? Хорошо устроился, однако. Знаешь, где Аминка спряталась? Честно говори, ты знаешь. Говори, где Аминка спряталась. Говори, где Аминка спряталась, ты знаешь. Да, я могу тебе. Ладно, я пошел искать Аминку. Ну что, друзья, Каминчика я нашел, осталась Аминка. И я догадываюсь, что она находится... Бам-бам-бам-бам, вон там. Аминка, I see you. Та-ра-ра-рам. Так, а что у нас делает чемодан посреди комнаты? Еще как-то странно заваленный. Так-так-так, интересно, там есть кто-нибудь? Эй, в чемодане есть кто-нибудь? Кто там? Кто? Да! Да! Ну что, попалась? Как тебе тут в чемоданчике? Классно. Классно? Я тут сегодня буду спать. Так, ребята, в доме уже прятаться неинтересно, так что предлагаю пойти на улицу. А чё, прикольная идея. На улице будет интересней. Ну тогда погнали, чё мы сидим-то? Так, ну что, ребята, я думаю, это место подойдет для пряток. Здесь есть где спрятаться. Да, здесь прикольно, но кто будет искать? Кто-кто? Мы с папой уже водили. Так что, Минка, твоя очередь. Так, ребята, вообще-то это место новое. И поэтому начинаем мы заново. И первый папа водит. Ну, Минка, ты как всегда. Не схитришь, не проживешь. Да ладно вам, ребята. Заново так заново. Я готов водить. Все, начинаем? Да. Да. Так, ребята, я готов считать. Смотри, папа, только не подглядывай. Да-да-да, а то мы тебя знаем. Да не буду я подглядывать, бегите уже, прячьтесь. Раз. Два. Прячься, Минка. Три. Четыре. Я сейчас спрятаюсь так, что он меня никогда в жизни не найдет. Притворись кустом. Так, надо спрятаться там, где меня папа не сможет найти. Спрячешь там. Поймешь рука, он меня точно не сможет найти. Девять. Десять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Сейчас я их быстренько найду. Так, дети, закрепите ваши места, а то я уже иду. Ищи, ищи. Долго будешь искать. Опа, он, кажется, в мою сторону идет. Ага! Так, здесь никого нет. Так, посмотрим, где наш папа-то. Ха, а говорил, что нас найти проще простого. Попались! И здесь никого нет. Да, что-то ребята слишком хорошо спрятались. Я уже устал их искать. Все, устал я искать. Больше не могу. Объявляю перерыв. Ну где ж там папа? Чего он меня так долго ищет? Я уже устал прятаться за этой пальмой. Что происходит? Куда там папа пропал? Чего он так долго нас ищет? Все, мне надоело уже здесь сидеть. Я выхожу. Все, больше так не могу. Я выхожу. А-а-а! Амин,
Аминка, ты что здесь делаешь? Ты же должна прятаться. А ты что здесь делаешь? Ты вообще-то тоже должен прятаться. Я вообще-то папу ищу, потому что он куда-то пропал. Прикинь, Камильчик, я тоже вышла искать папу. Его уже давно нет. Амина, это что получается? Мы потеряли папу во время игры в прятки? Прикинь, получается, что так. Ладно, пошли его искать. Пошли. Папа, ты где? Папа, ты куда ушел? Папа, куда мы ждем, пока он нас найдет, а он тут заснул. Эх, папа, папа. Ребята, напишите в комментариях, а что вы больше любите, искать или прятаться? Ставь лайк и подписывайся на наш канал, если еще не подписался. Подпишись на наш новый влоговый канал Кикидоллайф. А ссылочка будет, как всегда, в описании.